Знаете, я немного подумал о многих вещах и решил продолжить тему, которую я уже начал 3 недели назад. Конечно, я ее делал как бы пересекая тем, что я говорил. Это «Столик на двоих». И сегодняшняя тема, она как раз вот связана с этим «Столиком на двоих», потому что касается 22-го псалма. Это 22-й псалом или Телегим 23, кажется. Но перед тем, как буду говорить, то, что я скажу эту небольшую еврейскую, как бы сказать, поговорочку или же рассказ, он касается как раз к последней части моей проповеди. «Изя, а что вы в 40 лет еще так живете с мамой?» «Ой, вот принц Чарльз тоже живет с мамой и нисколько об этом не жалеет». Вы скажете: «Ребе, а что же вы так вот так тихо так сказали, так смешно, ну к чему это?» А как раз это к концу последней строчки Тегелим 22 или 23, там, это Псалом 22. «Пребывать в доме твоем, что? Многие дни». Уже 40 лет вы в этой общине дали, но у нас, нет, нам не 40 лет. Вы еще остаетесь здесь? Вы скажете: «Конечно, куда же еще идти?» Это, знаете, вот немного юмора к тому, что у нас происходит с дождем, а ходить на море не хочется, потому что там уже совсем плохо. Но говоря о шаббате, я, конечно, возвращаюсь к тому столику для двоих. Почему? Этот как раз вот псалом, я скажу, что это Евангелие для верующих. Псалом 22 – это Евангелие для верующих. Как раз говорится о доброй вести, что Господь – пастырь мой. И если мы помните, мы говорили о том, что если Господь – Он мой пастырь, тогда я буду покорный Ему, я буду послушным, потому что иногда Он нас как раз и вводит, куда не хочешь. Да, помните, как Иешуа говорил Петру: «И поведут туда, куда тебя, куда ты не захотел бы». Да? То есть момент такой: не хочешь, но надо. Почему? Потому что Он пастырь мой, и я полностью доверяю Ему. Иногда это доверие нам проходит боком. «Адонайро и Лесахар» – «Господь Бог» или «Господь пастырь мой, не убоюсь». То есть мне не страшно. И секунду, как не страшно? Ведь все происходит внутри этого мира, что пугает нас к каким-то вещам. Самое интересное в этом псалме 22-м описывается то, что есть трапеза. Когда я думал об этом, как раз вот мы говорили, столик на двоих, что «и ты приготовил предо мной стол на виду у моих врагов». «Таарох лефанат шурхан негер церорат». «Ты приготовил этот стол перед моими врагами». Когда мы говорим об этом, мы не думаем о том, что Бог, Царь Вселенной, Творец неба и земли, вдруг Он приглашает свое творение, говорит: «Я хочу приготовить тебя, ну, позвать тебя на пир, на ужин, в котором будет только две личности, ты и я. И я это все сделаю перед глазами всех твоих врагов». Вот просто представьте себе эту картину, что Царь Вселенной говорит своему творению: «Приди на ужин, давай поговорим». Мало того, ты приходишь, и тот Царь Вселенной, Творец неба и земли, твой Творец, вдруг становится главным шефом небесной кухни и подает тебе все необходимое для жизни. Все обетования в нем, да и аминь. Он подает этот стол, который прекрасный, с которого ты можешь вкушать милость, благость его. Знаете, когда он подает эти прекрасные, ну, свои шедевры, благословения, мало того, что он сделал, он говорит: «А я хочу еще послужить тебе. Хочешь воды? Я сейчас принесу».
хлеба тоже. А хлеб жизни нужен, чтобы не жаждал, не алкал. Интересная вещь, что в этот момент, когда ты читаешь Псалом 22, ты понимаешь четко, что Господь устраивает это для личных отношений тебя и Его. Третьего не должно быть. Как мы говорим, третий лишний. Третий лишний всегда, потому что всегда, если будет третий, ты будешь свой взор или свой слух тянуть к тому, кто что-то подскажет, что-то еще добавит или изменит. Похоже на одну вещь. Царь неба, вечности, стал как человек, обитал посреди нас, полный благодати. И он там, как в Писании говорит о том, Иоанна, Евангелие от Иоанна, 13 глава, 4 стих, стал с вечери, снял с себя верхнюю одежду, взял полотенце, припоясался и что сделал? Служил. Как сильно этот псалом похож на то, что сделал Иешуа. И именно он стал слугою, и этот призыв, конечно же, тебе и мне, чтобы провести этот вечер, время за столиком для двоих. Но мне хочется прочитать следующее, последующий отрывок из этого стиха. «Дешанта вехенмен роши, елеем умастил голову мою». Мало того, что он нам послужил, он говорит, и он голову мою умастил елеем. Это место Писания связано со словом помазание. Помазание, да, или помазание. Как вы хотели бы сказать, но это чувства, которые очень важны. Мы часто это употребляем в своей речи. Мы часто говорим, как верующие, о, какое помазанное слово, о, какое помазанное собрание, о, какой помазанник, имеющий слово от Бога, пророк и так далее. Слово «помазанный» мы используем так часто, что на самом деле понимаем, что это часть Божьего присутствия, прикосновение, некий дар от Бога, переживание. Но по сути, умастить голову елеем означает именно благоволение Бога к человеку. Ради справедливости мы должны сказать аминь. Или я не прав? Божье благорасположение, то есть мы понимаем, когда Бог тебя благословляет, то некое помазание, благоволение Бога к тебе. Но я бы хотел, чтобы мы были в одной с вами, на одной с вами страничке. Друг с другом. Понимание, что такое помазание. Но при всем этом согласитесь со мной, что есть разница между словом «дар» и «помазание». Или нет? Есть? Конечно, мы можем бы сказать. Но есть такое выражение «дар Божий». Я думаю, мы используем такое слово «ты дар Божий». Или же, когда там, скрипач или пианист сыграл, говорит, вот «дар от Бога». То дар от Бога, что он играет, он, этот мальчик, который играет на скрипке, он дар Богом для человека. То есть некая сущность. И мы, вот когда мы думаем о даре, я специально взял в лес Википедию, но в Википедии не всегда нужно верить, нужно верить словарям. Да? Но книжное понимание слова дар, даже дар Божий, талант, дарование, врожденные способности. У каждого из нас эти способности есть. Кто-то поет, кто-то хорошо рисует, кто-то, может быть, служит. Есть дары, которые внутри нас, мы их имеем. Разговорное значение, вот это слово «дар», это то, что дает человеку природа. Вот, вот природные как бы, способности. Помазание или помазание – это божественное, сверхъестественное вспоможение делать больше твоих природных способностей. Повторить? Или не надо? Один из примеров я потом покажу. Вот, когда Давид писал, умастил голову мою, мы понимаем, что это помазание на Божье призвание, сверхъестественные способности. Почему?
Как много вообще из вас вообще бы хотели в своем призвании, в своей жизни получить или же сделать намного больше, чем вы способны это по природе? По природе. Можно. А я помню, как однажды один из служителей пока, говорил о примере, которым он как бы так говорил, что мы можем делать больше, чем мы способны по природе. Один человек, бродя в сафари, вдруг он нарвался на льва, который охотился. И тот сверхъестественно, то есть убегая от льва, смог перепрыгнуть ров, который невозможно было перепрыгнуть вообще естественно. Тем самым спас себя. Ну, это история, я не могу ее подтвердить, но это как бы пример такой удивительный. Фактически каждый из нас здесь, например, мы хотим иметь сверхъестественные силы для того, чтобы совершить то, что мы можем естественными силами больше сделать. Нам кажется, что нам не хватает сил сегодня даже проехаться в маршрутке, чтобы не задохнуться, да? У нас ситуация с ковидом, у нас ситуация с бизнесами. И нам хочется больше сил, чтобы, или какие-то сверхъестественные, чтобы у нас жизнь изменилась. Давид сверхъестественным способом научился пользоваться трощой. Правда? Естественно. Это было его оружие. Но когда он запустил камень своего врага, который надсмехался над Божьим народом, да, то и это помазание, которое было на нем, смогло устремить этот камень прямо Голиафу в лоб. Вы понимаете, о чем я говорю? Естественное умение работать с трощой в помазании сделало сверхъестественное попасть прямо между глаз врага. Если вы понимаете, о чем я говорю. Мы понимаем, что с Богом и Его помазанием мы свергаем врагов наших. Воспринимаем это как помазание, которое приходит от Духа Святого, такой дары Святого Духа, который внутри нас. Но перед тем, как мы перейдем к вообще вот елей этого помазания Духа Святого, я хочу вообще как бы вернуться обратно к истокам этого слова помазание или помазание. И это слово имеет очень древний смысл. Древний смысл в чем? Когда пастухи, то есть использовали это пастухи, которые пасли овец, а мы уже, помните, один раз уже говорили, что овцы – это очень слабое животное, поэтому Бог поставил пастухов, и поэтому Он говорит, я пастырь добрый для своего народа, вы слабы, вам нужен я, да, то есть таким образом. Они понимали, что вши и другие насекомые часто попадают вот на шерсть овец. И они пробираются в те места, где делают они раны, где-то еще какие-то вещи. Но если эти насекомые попадают овце в ухо, да, в любой там твари, да, то эти насекомые могут убить или же уничтожить это животное. Понимаете, да, о чем? И что делали пастухи? Они полностью мазали голову овцы елеем. Так, чтобы оно просто вот текло. Намазывали, чтобы те насекомые, те гады, извините за выражение, которые могут уничтожить, не смогли добраться до самых таких мест, где могут повредить животному. Вот здесь очень важно, что это вот слово как раз было взято у пастухов, и по этой причине помазание, слово помазание стало символом благоуспешия и защиты. Бог это использует уже как пример для того, что это есть защита и благоволение. Знаете, в Новом Завете греческий аналог слова «помазание» является «хрио», что означает «размазывать» или «натирать маслом». Конечно, мне как раз вот это и надо здесь, намазать, чтобы светиться. Да? Только намазать,
так, чтобы оно стекало. Мы говорим, хинематову манаем. Как хорошо и приятно быть братьями вместе, как елей, который стекает. То есть помазание, оно стекает для того, чтобы была полнота. В библейские, как говорю, времена это слово елеем отождествлялось Божьим благословением, призванием человека в жизни. Мы читаем это в Исход, Царство, Экклезиаста, Иакова. Человек мог быть помазан для особой цели. Быть царем, пророком, строителем, учителем и так далее и тому подобное. То есть само помазание, слово помазание, да, елеем, не имеется предсудительных каких-то функций. И является то от отождествления Божьего благоволения, охраны и защиты. Но само по себе елей, который не посвящен перед Богом или не используется, как он должен использоваться, имеет обыкновенные свойства, как и все остальные масла. Что-то особенное происходит. Другое значение помазанник – это избранный. Слово «избранный». Библия говорит, что Иешуа был помазан Богом через Духа Святого, чтобы нести благую весть и освобождать тех, кто находился в плену у греха. Мы это читаем как бы из Исаии, мы к этому придем. Теперь же, скажу так, рожденные свыше люди, принявшие Иешуа личным спасителем, являются помазанными, избранными для определенной цели провозглашать Царство Божие. Впрочем, 1 Иоанна, 2 глава, 20 стих. То, что Сергей Михайлович говорил, да, там как раз из 1 Иоанна, уже последние стихи. Я зачитаю немножко это. Впрочем, мы имеем помазание от Святого и знаете все. Вы имеете. Вы имеете помазание от Бога, и вы уже знаете. Другими словами, это помазание, оно учит нас, как действовать. И к этому не нужны дары. Это сверхъестественное Божье вмешательство в нашу жизнь, чтобы исполнить наше предназначение. 2 Коринфянам, 1 глава, 21-22 стих. «Утверждающий же нас с вами в Мессии и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Поэтому у нас слово «помазание» и Дух Святой, они работают как будто вместе. Вот эта часть, которую мы понимаем, что необходимая. Итак, первое, что нужно для человека, для каждого из нас, особенно для верующих людей. Поэтому я говорил, что Евангелие, вернее, Псалом 22, это как бы Евангелие для верующих в Бога людей. Некая добрая весть, что если ты пойдешь в долину смерти, на тени, не бойся, я с тобою. Добрая вещь, что Он всегда с тобой. И Он мало того, Он помазал тебя, освободил тебя, усадил за стол перед твоими врагами для одной и той же цели. Для одной цели, чтобы ты пребывал в этом доме долгие дни своей жизни. Первое, что нужно вообще для человека понять, что помазание Святого Духа должно восприниматься как неотъемлемая часть вашей и моей жизни. Мы должны осознать это. Осознать, что помазание, которое у нас есть от Бога, это непосредственное каждодневное состояние, вот то, что мы воспринимаем, что Бог должен быть с нами, это помазание с нами. Когда мы исследуем Писание, мы можем, можем увидеть тот факт, что Бог уготовил Машиаха еще до сотворения мира, что Он предоставил какой-то путь избавления. И вот мы знаем это имя Иешуа Ханацри, или Иисус из Назарета. Но именно слово Машиах, или же уже в греческом переводе как Христос, означает именно одно и то же, это помазанник. Помазанник, некий особенный статус. Ассоциация имени Иешуа в Писании всегда идет со словосочетанием Дух Святой. Я вам покажу это. Имя Иешуа, то есть имя его предназначение, как Машиаха, всегда идет с ассоциацией, принадлежностью или же движением Духа Святого. В Евангелист Лука между строк ложит основания необходимых посредством взаимодействия Иешуа как личности, полностью Богом и человеком для того, чтобы умереть за наши грехи и примирить нас с Богом,
также он нуждался в содействии Духа Святого. Смотрите, Лука 3 глава 22 стих. «И Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глас неба глаголющий. Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Дальше Лука 4 глава 1 стих. «Иешуа, исполненный Духом Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню». Машиах и Дух Святой, они были как бы соединяющие общий знаменатель этих двух вещей, что невозможно, невозможно помазание и без Духа Святого. Это сочетается одно с другим. Лука 4, 14 стих. «И возвратившись Иешуа в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране». И далее, смотрите, что происходит далее. Лука 4 глава 17 стих. «Ему подали книгу пророка Исаии». То есть он читал Гавтору. Это был отрывок Гавторы, не просто Торы, а Гавторы. Он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». Когда мы слышим это, мы сразу понимаем, что он, этот Машиах, это то словосочетание «помазанник», Машиах от Бога и Дух Святой, как бы некая часть совместная. Имея множество мест Писания, говорящих о жизни Иешуа на земле, описывает непосредственно его жизнь, постоянно соприкасающаяся с действием Святого Духа, с третьей личности Божества. Это было необходимо, чтобы исполнить его предназначение, которое Бог уготовил для него. Дух Святой нам не дан для того, чтобы творить чудеса, Он нам дан, чтобы мы исполнили свое предназначение здесь, на земле. Если для Него помазание имело такое значение, так почему это не важно для нас? Мы очень часто сфокусированы на дарах, вместо того, чтобы быть сфокусированы на том, что Бог приготовил для нас. Если Сын Божий нуждался в помазании, чтобы исполнить свой путь на земле, то разве нам не нужен это помазание для исполнения в нашей жизни нашего предназначения? Что же нас подталкивает думать, что Божье дело можно делать небрежно, без Духа Святого, без помазания, просто так, по-плотски? Знаете, Иеремия говорит в 48 главе 10 стих: «Проклят, кто делает Господне дело небрежно». Почему мы думаем, что мы можем что-то сделать по плоти, без помазания? Я скажу почему. Столик для двоих – это не только приглашение на личные отношения с Господом. И видя, как Он нам служит в наших нуждах. Вы понимаете, что Бог нам служит очень часто? Он нам помогает выйти из многих ситуаций. Он нам служит. Это не только показать врагу, что Бог с нами. И мы послушны Ему. Столик для твоих – это намного больше. Для того, чтобы показать, что мы помазаны елеем Святого Духа. И наша чаша с вами, она преисполнена, она изобилует, она переливается. Поэтому Лука пишет: «Давайте и дастся вам меру добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыпется вам в лоно ваше, ибо какой мерою меряете, такой же и отмеряется и вам». И если мы не ожидаем, что Бог будет помазывать нас на наши дела, мы не просим этого в действии, да, тогда наша чаша не будет переполнена той благодатью, тем действием Духа Святого, которое можно делиться с другими людьми. Ежедневно необходимость помазания очень важна для понимания, куда, откуда приходит сила для жизни. Но мы же нормальные люди, правда? Я такой же. Мы просто иногда этого даже не думаем об этом, что нам нужно. Почему не переживаем так, как хотелось всегда, как на собрании, и дома, и везде? Я вам скажу почему. Потому что вообще мы не просим. Мы не просим. Когда Божье помазание не важно для нашей жизни, повседневной жизни, тогда и просить-то нечего.
О чем я говорю? Когда последний раз вы, собираясь на работу, перед выходом останавливались, так говорить: «Господь, я прошу Тебя, помажь мне на работе быть и в сверх сил, чтобы я мог делать больше, чтобы я успел по дороге вовремя на маршрутку, трамвай или же там еще так, другими способами. Боже, я благодарю за это помазание, которое Ты даешь для этого дня». Нет, мы же привыкли. Он же с нами. Че просить? Вышел и пошел. Поэтому в еврейском доме есть мезуза. Для чего? Чтобы тебя тормознуть немножко на выходе. К ней должен прикоснуться и сказать: благословен Бог, который отпускает. То есть благословен в том выходе, а потом заходишь и при входе. И за это все время должен благодарить, что Он тебя наполняет. Когда последний раз при выборе необходимой оргтехники для своего дома ты заходил в магазин и говорит: «Господи, помажь меня на выборе той прекрасной машинки стиральной, либо еще чего-то, да, там, холодильника, либо микроволновки, чтобы она была на самом деле делала больше, чем я ожидаю, чем написано, что ему есть гарантия 5 лет». Кто из вас это просил? Я скажу, я просил. У нас есть одна микроволновка, уже 15 лет работает. И к ней нету претензий. Единственное, это перегорела лампочка. Что я не вижу, что там происходит. 15 лет. Мы благодарны Богу. Когда вы просили, чтобы помазание, которое Бог обещал, сопровождало вас на работе, сверхъестественных, ваших больше, чем вы можете это сделать. Когда, знаете, вот я удивляюсь многим людям, которые приходят в строительство и пытаются, ну, строить, и когда они приходят в тупик каких-то вопросов, что нужно сделать, они останавливаются. Они не смотрят, что можно сделать за пределами логики. Да, там какие-то приспособления, что-то еще сделать. Я не критикую, просто в этот момент, когда ты приходишь в тупик, почему не попросить у Бога помазания сверхъестественно, чтобы то, что ты делаешь, вдруг приходит мысль, как сделать это лучше и сверхъестественно. Мы думаем часто о дарах Духа Святого. Мы перечисляем там рукоположение, исцеление, говорение на языках и так далее. А в повседневной жизни нам это не надо? Разве не нужно? Это, возможно, не мелочи, о которых я говорю. Скажите: «Ребе, есть больше вещи. Нам нужно больше свидетельств, люди исцелились от рака и так далее». Послушайте, на самом деле, если мы не будем благодарить за все, а Библия говорит: благодарите за все, ибо такова воля Божья о вас. Благодарите за то, что вы исцелились только. Да, за все. Помазание, второе, Святого Духа нужно для особых обстоятельств. Помазание Святого Духа, помазание от Бога, нужно для особенных обстоятельств. Когда мы переживаем Божье помазание, оно не для того, чтобы просто иметь в карманах, вот вытащить, просто для себя. Я имею для себя это помазание. Я покажу вам пример. Фактически это каждый родитель это пережил. Каждый родитель это пережил. Я вам скажу, как это происходит. Когда ты, родитель, переживаешь данную ситуацию почти через день или каждый день, когда на тебя рано утром смотрят красивые глаза, полные надежды, и вы слушаете простую просьбу: «Папа, дай денег. Сегодня мы идем на экскурсию, отдай хотя бы на булочку, чтобы, потому что так уже хочется кушать». И что в конце ты говоришь? Над этим прекрасным глазам, которые, да, и рту, которая говорит: «Дай мне денег на булочку». «Пожалуйста, сынок». И добавляешь: «Только на булочку, а не девочке на подарок». Понимаете, о чем я говорю? Ситуация очень, очень проста. Если нам нужно помазание на какое-то дело, оно нам выделено для этого дела, но не его не использовать, когда ты захочешь, потому что оно у тебя есть как бы вообще. Мы как-то так вот привыкли к такой мысли, что помазание это такой как бы большой-большой казан, не знаю, как бы
наверное, емкость какая-то, да? И вот тебе надо на что-то, тебе раз там тебе долили. Еще надо на что-то, тебе опять долили. А теперь на дружбу, но тебе нужно помазание на дружбу. Раз, а там две капли. Говорит, подождите секунду, не будем дружить сейчас. Я не думаю так, что так происходит. Но вот почему Иешуа продолжает слова. Следующие. Следующие слова, которые он не остановился, что он получил помазание. Ибо Бог вот помазал меня. Для чего? Дух Господень на мне. Ибо он помазал меня благовествовать нищим. Причина. Не общее помазание, а помазание на то, чтобы благовествовать нищим. Послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятно. Это, он говорит, меня Бог помазал на работу, которую я призван. А я призван как раз вот благовествовать, исцелять. И для того, чтобы это все сделать, мне нужно помазание. Для этого мне нужно. Иешуа говорит о том, что Бог предоставил ему работу на земле, и Дух Святой помазал его исполнить эту работу, это действие. Бог дает тебе помазание, чтобы, потому что есть цель. У него есть цель для твоей жизни, для применения этого помазания. Не можно иметь помазание без целей. Невозможно иметь помазание без каких-то целей. Сколько у нас работы, сколько Бог нам предоставил возможности в этой жизни быть в Его уделе, что-то делать. Знаете, мы смотрим на призвание, на работу, на ниве Божией. Ну ладно, хорошо, это мы понимаем, духовная часть. Как вам насчет того, что у вас есть призвание быть мужем? Скажите, мужья, мужчины, вам нужно помазание быть мужем? Иногда сверх сил. А мы просим? А-а. Сыном, отцом, другом, служителем. Как насчет сестры вам? Быть женой, матерью, женщиной, учителем. Хотя, почему здесь учителем? Написано, женщины да, вообще не домолчат. Извините, нам Тегелим тоже говорит, или там Соломона, умный Соломон, сын, слушай наставление или учение матери своей. Да, 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 и вот следуй за ним. Наверное, нам в голову не приходит, что такая, это тоже работа. Это тоже труд. Это тоже призвание, позиция верующего человека в обществе. Почему-то мы, как верующие, думаем, что все будет нормально, как у всех. Но нам, ну, мне нужна благодать, по сути. И мне нужно помазание, чтобы сверх моих сил исполнить, чтобы я был отцом, мужем, служителем и так далее. Мне нужно это. Я даже не говорю о дарах призвания. Я говорю о той вещи, в которой мы находимся. Это, об этом говорит Писание, Колоссянам 3 глава. Слово Мессии да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте, разумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Похоже на чувство, помазанное служение. Кто переживал сегодня во время прославления прикосновение Божие, помазание, да? И мы говорим, помазанное. А вот как раз это вот здесь, Слово Господне вселялось, и они высвобождали это помазание через песни, хвалу, поклонение. А дальше, все, что делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иешуа Мессии, благодаря через Него Бога и Отца. Это понятно. Потом, жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Естественный дар женщин, конечно, это быть послушным мужу, потому что как бы все-таки замужем, да, вот это как бы часть семьи. Но здесь говорится именно о помазании быть женой, повинующейся мужу. Я вам скажу так, что многим нужно. А дальше. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Кто из вас просит вот такого у Бога? Прошу, Господи, дай мне это помазание от Тебя,
чтобы я сверхъестественно, то есть естественные мои дары могут высказать все, что я думаю, а сверхъестественно я не буду говорить, я буду сдержанным, спокойным, благословлять свою жену, любить ее. Практическое применение именно помазания. Даже дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Дети, вы просите помазание на послушание. Вы скажете: «Ребе, что это такое?» Я приглашаю вас за столик для двоих. Евангелие для верующего человека. Там и написано помазание. То есть он помазал голову мою для одной цели. Дальше, рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти. То есть рабочие, не рабы просто, а рабочие, на рабочем месте. Будьте послушны всем вашим работодавцам. Кто из вас просит благодати и помазания, чтобы быть сверхъестественно, чтобы делать сверхсилы? Ага. Ну вот просто понимаете, о чем я говорю? Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. Зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служители Господу Мессии. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Не просишь, не получаешь. Многие из нас представляют помазание как огромный кувшин такой, огромный. И потом где-то закончился это елей помазания на чем-то, на работе, на отношениях, на каком-то еще ситуации. Но знаете, для меня вот, например, я немножко смотрю на эту ситуацию немножко по-другому. Я имею это, как бы, на это ответ. Я не смотрю как на огромный кувшин, но, хотя он огромный кувшин, да, но помните с истории от женщины, которая пришел к ней пророк и говорит: собери у всех кувшины, собери любую емкость у всех. Она нас собирала на весь дом, и он этим кувшином из одного, потому что у Бога один дар, да, вот Духа Святого, начал наливать во все кувшины, пока не закончилось. Другими словами, когда у нас есть ситуация, в которую мы попадаем, у нас для Бог приготовил именно к этой ситуации сверхъестественно силы или же помазание, чтобы пройти или чтобы это произошло. И вот тебе помазание на прославление. Вот тебе помазание на это. И этот кувшин, он будет всегда на это дело. Другими словами, каждый раз, когда Бог предоставляет тебе работу на Его ниве или нашей жизни, так как Он есть наш пастырь, тогда Дух Святой предоставляет нам помазание на сверхъестественной Божьей работе, которую мы имеем. Всегда так. Как только предоставляется возможность, это означает, что Бог нам дает эту возможность в любой момент, и в этот момент, когда Он предоставляет нам эту возможность, Он дает помазание это совершить. У некоторых этого нету. Например, мы вчера нужно было заключать договор с электросетями. Знаете, такое у нас есть состояние. Это как уже лучше, чем это было раньше. И мы пришли туда в очередь, взяли номерок и так далее. Тут бабушка какая-то, 90 лет. Она с палкой-то пришла и сразу: где начальник? Я говорю: ну, возьмите билетик. Что мне билетик? Мне нужен начальник. Секретарь говорит, администратор говорит: по какому поводу? Я ему сама скажу. Я говорю: ну, присядь и так далее. Начальник прямо по понедельникам. Кто заместитель? Заместитель давайте. Вот этот момент такой. И я понимаю, что у меня благодати к ней нету. Она там говорит, начинает, она очередь не соблюдает, начинает ломиться, говорит: у меня там медали, я войну прошла, мужа похоронила, дети тоже, как бы, мне, я слепая, больная, мне 90 лет, и мне нужно просто решить мои вопросы. И ей говорят: ну, присядьте. Она там скандал устроила, взяла, села к другому человеку. Так говорит: ну, присядьте туда. Она говорит: вы что, нет уважения к старым людям? Конечно, можно было сделать. Но сама суть, она встает и начинает проклинать эту девушку, как бы там, чтобы тебя было, и, там, и так далее, кому и все это остальное. И я понимаю, что для меня, вот как бы, я бы, наверное, мне не, вот я не смог бы.
И тут мы пришли в другое место, там нужно было сделать, и она туда приходит. Ну, реально, она приходит. И я стою, уже вышел, думаю, потому что мне скандал, она там начала скандалить, там опять там что-то мне ей не дали, не перечислили, сильно много денег, это почему оно так, вот сволочи, скоты и так далее, как бы на государство начало. Я вышел, чтобы не слышать это всего. Таня там стояла, потом говорит, давайте я помогу. Что нужно? Вот я вам помогу. И мы ее еще потом взяли на машине, привезли обратно, чтобы она там все сделала. И Таня ей рассказывает. Она такая после всего говорит, какая ты хорошая девочка. И так и начинается. И я понимаю, что вот этот момент было Божье достаточно благодати, чтобы вынести сверхъестественно то, что нас иногда раздражает. Для меня это было невозможно. Возможно, я не могу так. А Таня говорит, спокойно, все мы сделаем. Дайте ваш, этот самый, распечатку. Вот это начинает объяснять. Она возмущается. Почему? Как Таня говорит, я не знаю. Но вот это, может, все-таки надо расспросить. Она, так спокойно. И я думаю, что вот, это, на, вот этот момент нам нужно конкретно по ситуациям, для этой ситуации помазание. Я понимаю, что мы спешим. И третье, последнее. Помазание дается для подкрепления того, что ты делаешь. Для того, то, что ты делаешь, в данный момент тебе дается помазание, чтобы ты его сделал лучше, чем просто своими силами, которые ты имеешь. Деяния апостола, 8 глава. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии, даже до края земли». Когда мы читаем это место, многие верующие, сразу моментально у них включается автомат. Мы, крещенные Духом Святым, говорящие на языках, имеющие власть от Бога, изгонять бесов, там, как бы, возлагать руки на больных, они будут здоровы. Вот это вот как раз и призыв быть свидетелем. Вы получите силу, чтобы быть свидетелями, говорить это Евангелие свободы. Да? И когда я почитал, я там не увидел этого. Там написано, что ты получишь силу, когда зайдет тебе Дух Святой, чтобы иметь возможность благовествовать. Помните, я говорил, Ишуа говорит, это место Писания, вот исполнилось. Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня, то есть Он призвал меня сделать работу, а Дух Святой именно помазал, то есть усилил это через мои действия. Понятно, да? И я верю, что для нас, как верующих людей, если мы свет этому миру, как верующие люди, как отец, мать, бабушка, дедушка, евангелист, работник на рабочем месте, то мы, имея это призвание быть свидетелями, Он нам даст и благодать, то есть, или же, можно сказать, помазание, сверхъестественно быть тем, кем мы должны быть. Вот мы должны быть. Именно хочу показать, помазание дается для подкрепления того, что ты уже делаешь. Или когда приходит эта возможность, сверхсилы не даст, и для этого тебе нужно каждый день просить благодати. Хотя дьявол является клеветником братьев, то есть каждого из нас, и Бог позволяет ему это делать и влиять на нашу плоть. Вы знаете, что так происходит? У Иова. Помните историю Иова? Тут пристал еще и дьявол, то есть сатан. И Бог говорит, ты видел всех людей, посмотрел по земле? А Иов, он говорит, конечно же, ты его благословил. Попробуй забери, он тебя проклянет. Он говорит, ну, только души его не трогай, да, то есть не убивай. А так можешь попробовать. Но также в Откровении Иоанна написано, что он является клеветником. Перед кем? Перед Богом. То есть у него есть возможность сказать Богу, какие мы плохие. Или нет? Конечно же, если из этих двух историй. Он клеветник. И смотря на все это, знаете, нам как раз нужна и сила. Мне понравилась история помазания Давида. Читали когда-нибудь? Помните, папа не сильно хотел, чтобы пророк его видел. Отослал далеко пасти овец. И Самуил пришел помазать, потому что Бог сказал, вот иди в этот дом, там есть тот помазанник, который и помажешь на царе.
на царя. Помните, да? И после всего, как бы, а есть ли еще сыновья? Говорит, да, есть один лоботряс, типа, да. Вот как бы вот ситуация. И как бы, если так проиграть, то дьявол говорит, ну, вот этот, самый младший, который не подходит под стандарты родительского воспитания, его стеснялись даже родители, как он себя вел. Многие из нас тоже такие были, да. И вот смотрите, 1 Царств, 16 стих. Первое Царство, 16 глава, 12 и 13 стих. «И послал Елисей, и привели его, и был белокур», то есть рыжий такой, «с красивыми глазами, приятным лицом. И Господь сказал, встань, помажь его, ибо это он. И взял Самуил рог с елеем, помазал его среди братьев его, и почил дух Господень на Давиде». С того дня и после Самуил уже встал и отошел в раму. Знаете, в этой библейской отрывке, вот слово «Дух Господень» и «почил», и «почивал», то есть слово «почивал», понимаете, да? Для нас это как бы лег на него. Ну, почил, то есть был на нем. И когда я смотрел это место, это помазание, которое помазали, укрепило Давида для того, чтобы сверхъестественное дать ему способность быть для Израиля тем ценным царем, который останется в истории всей Библии. Мы слово «почить», я почитаю, что это означает. Быть сильным, сходить, нападать. Быть успешным, быть полезным, быть успешным, преуспевать, делать успешным, давать успех, благоустраивать. Помазание, оно было на нем для одной вещи. Я думаю, что дьявол, думает, разговор мог бы происходить либо так вот. Слушай, я-то понимал, что ты Давида поставишь в цари, но помазать его... Я даже не представил. Понимите? Да, я знал, Боже, ты спасешь их. Я знал, что у них есть возможность спастись через смерть и воскресение Шоу Мессии. Но я никак не предполагал, что ты помажешь их для того, чтобы они смогли исполнить свое предназначение сверхъестественных сил и способностей по природе. Мы с вами, верующие люди, имеем эту величайшую привилегию, которую многие не имеют. Понять, что такое помазание, что Бог с нами, это не просто дары Святого Духа, это состояние, когда ты способен сделать больше, чем по природным твоим навыкам ты можешь. Я вам предполагал, а Бог помазал. Мы чувствуем важность, когда мы просто по жизни шагаем. Но если мы шагаем по жизни, приобретая победу над ситуациями, мы точно понимаем, что Бог с нами. Мы не должны забывать, что Дух Святой дан нам, который живет внутри нас, снаряжает нас для того, чтобы мы смогли преодолеть и исполнить все то, что Богом дано на нашем пути. Эта бабушка, которая на нашем пути, мы смогли, или Татьяна смогла это сделать, потому что в данный момент это было то действие, которое Бог хотел, чтобы ей помогли. Моя мама дала ей конфетку, она поворачивается и говорит, откуда ты знала? Мы даже иногда не понимаем, что Бог может сделать. Если преодолеть грех, Бог даст нам помазание преодолеть этот грех. Дает нам силы противостоять. Но даже если мы пали, Писание говорит, что мы поднимемся. Он даст нам силы подняться выше нашего падения. Вот это делает помазание. Дает сверхъестественные силы, когда их уже почти нет. Если совершаем мы свое отцовство, Бог нам даст силы больше, чем мы, наше природное естество, чтобы мы сделали наше отцовство уникальным для наших детей, наше материнство, наше служение, нашу пастырскую работу с людьми, с тем, что Бог нам дает в жизни.
Знаете, но об этом нужно просить. Нам каждый день нужно об этом просить. Не только просить дары Святого Духа, но и помазание для выполнения призвания. Помазание для выполнения этого призвания. Это привилегия новозаветной общины. Быть помазанным Духом Святым. Не только чудеса, которые мы хотим сделать, а быть светом в этом мире. Нам нужны дары Святого Духа для снаряжения святых на дело Божие. Но мне кажется, что помазание – это намного больше, чем дары в теле Мессии. Это характер верующего человека, необходимый для проповеди Евангелия и устройства общины. Сверхсил Бог не даст. Да, есть времена, где ты уже нету сил. Но и здесь приходит сверх, когда ты, значит, просто прилагаешь как бы крик к этому. У нас Юра здесь, он тренер. И он понимает, что есть момент, где ты доходишь до какого-то момента в упражнениях, где вот ты не можешь поднять уже и страшно опустить, потому что придавит. Изо всех сил просто ты берешь, прилагаешь туда и крик, и мощь, даже как будто еще взываешь Богу там, ну, давай, 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 и ты бах его и вытащил. И говоришь, хватит. Я верю, что помазание – это вот такое состояние, где сверхъестественно приходят силы для выполнения призвания в Боге. И тогда ты не чувствуешь, что ты перегорел, ты не чувствуешь, что ты устал. Да, ты устал, но ты знаешь, что Он с тобой. Это ежедневная помощь в преодолении множества ситуаций. Даже те, которые нам кажутся легкими. Я призываю сегодня верующих людей вспомнить 22-й псалом. Это Евангелие, добрая весть каждому из вас. Потому что 6-й, последний стих говорит: «Так благость и милость Твоя да сопровождает меня во все дни жизни моей». Так. Вот это помазание, этот стол на двоих, это поддержка Божья, которой ты нуждаешься, да, приводит к одной простой части. Так, благость и милость Его, она будет сопровождать. Для чего? Чтобы я прибыл, я прибуду в Доме Господнем многие дни. Другими словами, мне некуда больше идти. Если я с Ним прохожу все это, если Он мой пастырь, я слушаюсь Его, даже когда мне не хочется это делать, потому что Он принуждает меня, если принуждает, то я говорю, что Он мой пастырь, я повинуюсь, прохожу это тенью, сажусь за стол перед моими врагами, где сам Бог служит мне, где Он помазал меня, то есть по мне помазание, сила на сверхъестественное, в таком состоянии я буду, ну, как бы сопровождаем Богом милостью и благостью Его. Для того, чтобы я остался в Его доме, чувствовал Его прикосновение, чувствовал, что Он меня любит. И даже если пойду долиной смерти, не буду бояться. Даже если кто-то подсядет ко мне за третьим за столик, я, возможно, буду слышать, но я не буду реагировать. Деяния апостола, 11 глава, 26 стих. Целый год собирались они в общине и учили немало число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами, подобными Мессии. Другими словами, они были названы помазанными. Мы с вами помазаны. Не для выкрутасов, не там какие-то еще шоу, каких-то движников. Мы помазаны делать больше, чем мы можем сделать.
исполнить свое предназначение, свою работу. Мы призваны на поле служить детям, мужьям, женам, родителям, бедным, старикам, сиротам. Мы призваны благовествовать, и когда мы это все делаем, сопровождать будут вас дары, которые даны для тела Мессии. Именем Моим вы будете изгонять бесов. Возложите руки на больных, они будут здоровы. Это для тела Мессии. Поэтому для меня 22-й псалом – это добрая весть для меня. И я его читаю, я люблю его. Давайте мы сейчас встанем наши ноги. И если вы какой-то момент в своей жизни, особенно в это время, уже почти 2 года, да, у нас скоро будет 2 года, 1.5 года вот этих непонятных качель, работа, квартира, дети, люди, маршрутки, такси, поезда, непонятно, работа есть, нету, политика, ситуации, ковид. И вы скажете: Боже, это уже достало вот так. Я не знаю, как я выдержу. Плюс еще нам нужно еще и учить, благовествовать, ходить на собрания. А так не хочется. Я понимаю, что мы за это время привыкли раз в месяц записаться и прийти. А сверхъестественное, а Его присутствие. Я хочу помолиться за помазание для каждого из вас, потому что об этом говорит Деяние апостолов. Они с этого момента первый раз были названы помазанными. Не мессиями, не искупителями, а людьми, которые имеют силу пройти больше, чем они могут пройти. Ишуа, Мелех Израиль, Царь славы, Ты оставил небо, приобрел человеческую плоть, чтобы исполнить свое предназначение. Но и Тебе нужен был руах, помазание, чтобы совершить то, к чему Ты был призван. И даже пройдя через Голгофский крест, Тебе была необходимость этого сверхъестественного состояния. В той молитве, которая на камне в Гефсиманском саду, где ангелы служили Тебе, подкрепляя Тебя в том призвании, которое должно было совершиться через некоторое время. Когда нам кажется, что предоставляемая возможность для нас неподъемна, несостоятельна, мы не способны это сделать, в этот момент, Господь, Ты даешь эту благодать или же, может, помазание на то, что природными силами мы не можем, а сверхъестественными мы подкрепляемы к нашим действиям, способны совершить свой путь. Або сейчас, в этот момент, Господи, Ты излей свое помазание для нас на каждый день, именно в каждый момент, когда нам необходимо в ситуации, именно Твое сверхъестественное присутствие и сила, и мудрость, и преуспевание именно в Тебе, чтобы они смогли нас провести дальше. Знать это, чувствовать это во имя Твое. Мы поднимаем к Тебе наши руки и говорим: Господь, мы сдаемся в этот путь. Мы хотим отдать этот путь Тебе. Полностью от раннего утра буду искать Тебя. Не найду ли, Аба, не найду ли в моем хождении, в моей маршрутке, в моей молитве, в моей работе, в моем действии, в моей игре с детьми, моими, может быть, походами на привоз или же вообще в моей жизни, надеющийся на Тебя не постыдиться. Ишуа, Ты, Господь, который сейчас наполняешь наше сознание простой вещью: я Бог Твой. Я всегда с Тобою.
проси, и я отвечу тебе. Покажу тебе невероятное, невозможное для тебя, а для меня возможное. И ты будешь знать, что я Бог. Я не оставляю тебя. Я не покидаю тебя. О, Ишуа.